дорогие уважаемые люди, еще не закончив, начали. Про круассаны уже в предыдущем рассказывала. И почему не бреешься? Сегодня побреешься. Я хочу. Он только по специальным праздникам бреет. Устраиваю праздники, он бреет. Не устраиваю, не бреет. Окей, бери камеру. Карабас-парабас. Две палки за $200 из этой серии. Здесь человек смотрит. Мы тоже смотрим на эти ножки крабовые, короля краба. Говорит, $400. Муж говорит, а мы за 2-200. Мы никак не можем забыть эту боль. За 2-200 заплатили. Говорит, значит, хорошая скидка, не сделка. Говорим, очень хорошая. Муж говорит, хочешь, возьмем? Говорю, нет, 400, пусть остается, гниет. Никто не купит $400 за 4 палки. Наши дети это не кушают. Говорит, там как минимум 12 палок. Дети это кушают за $400. 4 пачки. 4 пачки индейки куплю. $23 за эти 2 штуки. Арам организован, здесь можно уже еду ставить. Берем говядину. Еще нужно взять большие куски. И поняли, что курочка, если хотим для зоопарка покупать, здесь дешевле. Так что курочку для зоопарка и для себя тоже. Харисабу хочу готовить. Олени готова, ждет Харис. Это я знакомлюсь с ценами мяса говядины. Очень приятно. Меня зовут Карине. Ищу нормальные кости, чтобы Альма смогла загрызть. Такие нельзя. Говорят, они опасные. А мы какие хотим загрызть? О, филе заказал кто-то. Нью-Йорк. Стейк, не филе. В прошлый раз мы не такую цену платили. Эгина, это было в прошлый раз. Месяц назад. Такую возьму без косточки. Все равно косточки не кушают. И когда взвешивают, косточка тоже. Только что додумалась. Если косточку не кушаем, зачем с косточкой брать? И собаки тоже нельзя, очень острые. Будем брать без косточки, записывайте. Эти косточки. Бульон сварю, супчик сварю, и для зоопарка, и для нас. Мне делать было нечего. Сейчас и для зоопарка тоже. Но они это едят. Корм очень редко покупаем. Но говорят, от корма они болеют. Недолго живут. Хотим, чтобы не болели и долго жили. Тоже возьму уже отрезанные кусочки. Кушаем. Грустно. Ничего не скажешь. Ну, держимся. Продержимся. Это для зоопарка. Две курочки, не знаю, сколько паунд. Но цена хорошая. 17,81. Это лучше, чем одна курочка за 12.
прошлый раз это взяли, Аля, эти стейки, не помню, Нью-Йорк стейк. И очень понравилось. Может, вместо тех эти возьмем, Аля? Это на вид очень хороший. И очень нежное мясо было. Сын очень любит. Влюбленный в стейк. Говорю, Арнольд, тебе в девушку надо влюбляться, а не в стейк. Вы не поверите, курочки органической нету, целой курочки. Только отдельные части есть. А для гариса обязательно целую сварить. Еще раз посмотрю. Работника увидели, спросили, говорит, нету. Завтра может быть получен. Теперь только можете антибиотичные взять. С разными гормонами куриными. О, знаешь, что ищу? О, давай пойду спрошу. Хочу сырую грудку. Это что? Индейка. Целая индейка запеченная. Смок. Молодец. Сколько стоит? Интересно, $40. Ну, за одну такую. Хочу сырую грудку индейки. Но не видела, чтобы отдельные кусочки продавали. Или, может, я не нахожу. Пойди спрошу. Спросили, говорит, через неделю получим, поближе ко дню благодарения. Если нету дня благодарения, курочки, то есть индейки не продают. Интересно, да, очень сезонный народ. Что интересно? Такой интересный, легкий жамбон. Ветчина поросенка. Правильно сказала, она рисована даже. Интересно, сколько стоит. Очень легкий, 3 аунс, это не знаю сколько граммов. $16. 85 граммов. Наверное, очень дорогой поросенок. Свинья, не поросенок. О, это новость. Ну, как вы знаете, у нас есть морепродуктовый спонсор. Ну, морепродукты не покупаем. И действительно, после их морепродуктов некоторые очень сомнительные. Ну, на вид интересное. Это тоже здесь не видела. Что-то новое. О, то, что у них нам прислали, помнишь? Тоже сладкость имела. То, что показывала, это было что-то. Действительно очень вкусно было. Наверное, новая мода. По-сладкому коптят. Надо взять и скажи сыры. Сыры. Свежая моцарелла. Вы знаете, мы итальянцы. Сыр Гуда тоже любят. Нового сыра ищу. Что-то интересное, новое. О, там что? О, это никто это не любит, но это очень вкусный должен быть. Синий или горгонзола, или... Yes, that's a fresh mozzarella for pizza. Whatever you like. Why are you asking? You wanna buy it? Приятный человек был. Моцареллу искал. Давай, вот теперь моцареллу там кладут. Стали разговаривать. Мы в прошлый раз купили соседи равиоли. Это было вкусно. Не только вкусно было, это спасло мою жизнь. Нет, у меня жизнь не среднего рода.
Ну, все голодные были, не знала, что делать, и спешили куда-то. Взяла воду, скипятила эти туда, всех позвала, накормила, отпустила. Это с курочкой и моцарелла, Люсин любит. Сейчас скажет, мам, а когда будут пельмени? Это пельмени. То, что другая мама готовила, может быть. Пробовать, не пробовать. Дети не очень любят. Значит, то, что нужно хранить в холодильнике, вряд ли. Вряд ли можно купить. Макарон тоже не покупаю. Когда мучилась макаронсами, дети столько наелись, устали. Хавьяр осетрины, икра осетрины, то есть сколько граммов? 50 грамм, 53 доллара. Грамм за доллар с чем-то, а? Неплохо, это недорого, по-моему. Или, может быть, нехороший. Малосольный, и на русском написано. Потом говорят туда-сюда. Ну, не на русском, малосоль. И нужно, ну, смотрите, копируют, нужно с водкой. Копировщики такие. Шучу, шутки делаю. Бомбардье Кергунду. Хочешь, тебя побалую? Бананы куплю. Побалуйте Гене, нашего оператора. Окей, как скажете. Этот хозяин или этот? Эти уже спелые. Возьмем. Сколько стоите? $1.99. $1.30 с чем-то. Или доллар. 99 копеек тоже был за 3 паунда, килограмм с чем-то. А органик, а я слышала, что не важно, чтобы они были органик, потому что, поскольку кожа очень толстая у банана, эти пестициды и другие плохие штуки не могут добраться к фрукту. Так что не обязательно органик. Ты хочешь, может быть, органик? Не доверяешь, может быть, все-таки эти пестициды добрались? Не добрались. Двигаемся, но еще из списка ничего не купили. Может, картошку возьму? Где возьму? Арбуз не хотим. У нас у самих растет. О, это сладкая картошка. Я думала, это уже другая картошка. Маленькие у нас есть. Арам, капушку возьмешь? Любую. Молодец. Наверное, авокадо все-таки возьму. $8 за 6. А это сколько? 6 за 6, 49. Эти неспелые. Может, это возьму. Дома у нас, может быть, и есть 1-2. Хотя сама себе обещала, больше не беру. Из Костко однажды взяла, все было испорченным. На вид нельзя было догадаться. А как уже стали спеть, поспевать. Все уже испорченные были. Это хорошо выглядит, может быть, не сезонные купили. Холодильник хочу, арам. Пойду пробегусь. Я жива. Так холодно было, не могла двигаться.
Малину взяла. Любят. Ежевика такая прелестная, огромная на вид. Голубику тоже взяла, дети любят. Хочу просто посмотреть. О, взяла, взяла, обратно понесу, уже гнилые. Не хочу, гнилые не любим. Арам, обратно неси. Зачем поженилась? Но замуж вышла. Все трудности только сильным мужчинам. О, пошел ищет хороший. О, какой милый. Я чуть голову тоже себе не прикрыла. Арам, если там гнилые, значит все гнилые. Арам не верит, что все гнилые. И походу проверяет. А ну-ка, а ну-ка. Окей, раз уж пошел, потрудился, возьмем. Для ветеринара. Нехорошие ведь. Нужно видеть. Не видит. Говорит, эти большие. На вид большие. А какая у них душа, Арам. Окей, оставь. Иногда хорошие, сладкие бывают эти большие. Повезло, все съедят. Иногда такие кислые. Отправляю в морозильник, забываем. Потом что-нибудь завариваю, джем получаю. И никто не ест. Арам, надо открой, хочу на вкус проверить. Или... Кого открыть? Голубику открыть. Я столько не съем и не хочу выбрасывать. Подождите. Оставь. Хороший. С хрустом сладкий. Почему такие хрустящие? Наверное, гормон хруста туда добавили. Правильно говорю. Фрукты даже не посмотрела. Если не... Если получится, то есть поедем за яблоками в яблочные сады. Там настоящие яблоки. После тех яблок эти как будто пластиковые. Не хотите? Это игрушки для собак. Интересно, они скрипят? Но ведь это нехорошо, когда они с такими мягкими игрушками играют, прогрызают. Так и кошек могут. Не хотите? Замерзла. Берем важнейшую бумагу. Жизневажненную. Списка кое-что взяли. А нам так пройдемся. Для Альмы в прошлый раз такие специальные грызульки купили, чтобы зубы себе укрепляла. Она так их полюбила. Ты, Арам. Огромное разнообразие. Все для собак. Больше для собак, чем для людей. Это что? Чикен джерки. Двигаемся дальше. Может, здесь продают эти воскоры? Нужно искать косточки специальные, большие такие, для собак. Нету, нигде не можем найти. Здесь тоже для собак. Это 32, а мы купили за 14 или 12. Уже не важно, тоже хорошие. Это, наверное, вместе.
неплохой, но огромный, громадный, посреди комнаты. У нее есть один вот такой. Здесь она спит. В нашей комнате. Ну, по другим комнатам тоже что-то хочу, чтобы на диван не поднималась. Поднимается. Это что? Донат. Донат бед. А можно на фотографию доната посмотреть? И совершенно веганский. Можно постирать. Ну, хотелось бы увидеть, как он выглядит. Окей, пошли, Адам. Мне здесь холодно. В этих холодильных местах я сильно замерзаю. Это что? Кирки брать? О, росты, а? Росты. Или не росты? Хочу посмотреть. Паттербол, они специальные, уже маринуют, не люблю такой, дети не любят паттербол, там специальным маслом, эти не любят, уже какой-то вкус у них. Я люблю, чтобы я сама приправы и все добавляла, а такие не вкусные. Не хочу на список смотреть или хочу? Проверю. Окей. О, эти не купили. Салфетки взяли, paper towels. Дешсок не взяли, тайд взяли. О, это не забыть. Plastic cups, oat milk. Это купили. Чикана не было. Ну, удалю. Вакюм тоже купили, пылесос. Все, осталось овсяное молоко. Чашки. Не настоящие. Пакеты с закрывальщиком. Другие пакеты и знаю что. Наконец-то нашли, но они с джемом. Арнак их заказал. В прошлый раз купили с шоколадом внутри. Очень вкусные были. Но ничего с джемом не любят. Одну пачку возьму. Хотела 10 пачек, но один возьму. Ты любишь с джемом? Лучше. Надеемся, детям не понравится. Лампы детерджент. Эти экологически чистые. Лампы детерджент. Может, куплю, попробую. Лимит только 3 можно взять. Купим, попробуем. Запах почувствовать. Запах такой хороший, чистый. Взяла, попробую, если хороший. Пусть будет. Говорят, от Тайда у людей аллергии бывают на коже. У нас экзема у Бека есть. У Арнака время от времени появляется. Говорит, от моцареллы. Обычно, когда ем моцареллу, появляется. В общем, это попробуем. Если экзема исчезнет, значит, виною был Тайд. Виноватым. Круассаны. Сметана. Все любят сметану, все дети. Я эти сыры тоже возьму, мексиканские для кесадильи. Ждем молодого человека. Двигаемся дальше. Thank you.
Как оказалось, новозеландское масло для круассанов не подходит. Эгине, вы продолжаете экспериментировать, но я перестала, потому что уже узнала, что как, что к чему. Сейчас даю семье отдохнуть от моих круассанов и потом перейду уже на атаку. Эти хорошо подходят. Kerrygold. Не соленые или соленые. Окей, двигаемся дальше. Написано Dod. Если не ошибаюсь, там Dod написано. Али, не покупайте это. На нем плохое слово на армянском написано. Эгина, переведите, переведите, что такое Dod на камеру. Тупой. Правильно, тупой. Ну, Dod. Не хотите быть среди таких людей. Думаю, взять и попробовать кленовый сироп. Медиумочный, органический. Верим, верим. Возьмем другой, который более прочный. Наши дети любят неорганичный, не настоящий, ужасный кленовый сироп. Хороший покупаем, мне нравится. Все хорошо, мило улыбаются, когда видят. Я на камеру выступаю. Принимают. Бывает и наоборот бывает. Паникуют, психуют, что это такое, как можно снимать. Вдруг они попадут в камеру. В камеру. Не дай бог, что попали в камеру. О, нашла. Овсяное молоко из списка. Знакомьтесь. Остались салфетки. Чашки могу и не купить. Не обязательно, если места не хватит. Салфетки. Малфетки. Там еще шампунь видела. Новый. Кажется, хороший. Это очень любят наши милые детишки. Купим. Только важное все покупаем. То, что очень жизневажно. Или жизневажно. Покупаем. Вершилось. И на нашей земле появился этот прекрасный компот. Эгина, а вы берете? Нет, друзья мои, у меня дома еще 3 банки от Сюзанны. Дети не едят, потому что это компот. Я одна, бедная, стараюсь эти компоты завершить. Мужу тоже иногда сок наливаю, ему нравится. А эти кругленькие прекрасные персики только я одна ем. Хорошо двигаемся. Ара, этот Коско. Ох, как не люблю я его. Ну надо, Федя, надо. Что за печенье? От Татика. Татис Бейкшоп. Тейтс Бейкшоп, наверное. Но я почему-то прочла Тати. Тати на армянском бабушка. Это тоже новость, не видела. Что это? Сухарики. А маленький был, любил сухарики. Зубы ломали, но ели. Сладкие, не то не сладкие. Наши это не съедят. Удивятся, что купила. А мы с тобой тоже не кушаем такие сухости. Это тоже новость. Я тоже не хочу. Не хочу ничего испеченного купить. Это просто очень любят дети. Эти вафли с карамелью. Дети любят, я им помогаю кушать. Интересно, итальянский extra virgin olive oil. Такие не видела здесь. Куплю, это куплю в этот раз.
Какая разница? Мы очень много масла употребляем, оливковое. И с хлебом едим, и в... это употребляем. You the best. Говорит, я такая шумная. Говорю, вы лучшая. Гуляете себе. И только один подарок купили кому-то. Не то, что некоторые. Винегар. Почему так мало этого насадки? Не знаю, как слово. Говорят, это та часть... Мать уксуса. Mother называют. Это лучший вид уксуса, который с матерью приходит. Как будто. Но здесь мамы очень мало. Чистящие средства. Как у нас появились члены зоопарка. Члены семьи, но зоопарковые. У меня уже мания здесь почистить, здесь посмотреть, есть ли там пятна, есть ли волосы. Я заболела. Не могу жить без пылесоса, не могу жить без чистящих средств. И это тоже хочу. И канаплю тоже хочу. До чего довели? Это что-то новое, так заманило. Olive melange. Там и огурчики, разные оливки, перчики, лучик. Пойдет с нами домой. Не из списка, естественно. Я в жизни не могла поверить, что такое увижу. Извиняюсь. Медальон оторвался у этой. Ради банки можно это купить. Какая красивая. Смотрите, и с узорами. Банку можно переупотребить. Боюсь поменять соус. Это маринара другой. Наши к этому привыкли. Места нету. О, Арам, давай это оставим. Дома еще есть на один сеанс пиццы. Потом все-таки еще что-то нужно из Костко взять. Придется вернуться. Купим. Макароны взяли. Все, все взяли. О, напкины. Салфетки остались. А, по-моему. 10 вещей хотела купить, мадам. Финики без косточек для гата очень хорошо подходят. Пусть будут. Ох, еще не закончили. Значит, они должны делать тележки чуть побольше. У них есть такие тележки, но такие открытые, некрасивые. Очень открытые, неудобные. То есть не то, что некрасивые. На них очень хорошо кататься. Поверьте. Эти шоколады, помните, Palm Springs, когда ехали отдыхать, хозяева так чистосердечно нас угостили. Такие вкусные были, детям очень понравилось. Такая милая цена, потому что, наверное, осенние узоры. А осень уже прошла, сейчас готовятся к Новому году. То же самое было бы в рождественских украшениях, было бы, наверное, 2-3 раза больше. Я сама виновата. Я покупаю, они кушают. Русин их очень любит. И они так все пятеро, так красиво делятся. Этому с его любимой, другому свой любимый.
пробую делиться. Хорошо. Чашки, сарпетки. Все. Все по списку. Все взяли. Молодцы. Так уверенно сказала. Молодцы, все взяли. За этим пришла, закончился. Как называют? Пеленка. Целлофановая пленка. Не целлофановая пленка. Пищевая пленка. Отдельно продают. У меня этот размер закончился, а маленький еще есть. И не видела, что они отдельно тоже продают. Все, вот теперь, честное слово, все взяли. Пойдем просто посмотрим, там шампунь был. Если еще есть, купим. А ты видишь, что впереди нас. Дорогу видишь? Это, кажется, неплохой шампунь. Не слишком химикатный. Два возьму, один себе, другой дочкам. А кондиционер у нас есть. Все, то, что и требовалось доказать, но что-то вспомнила. Подождите, я приду. Ждем. Наверное, две тележки нам опять дадут в руки. Не все умеют укладывать так, как умеет один человек. Один единственный укладчик в этом мире. Мы это сделали, мы молодцы. Пошатались на все катушки. Как и ожидалось. Пришли в Costco, лучше шапиться, чтобы сюда больше не вернуться. Но если хорошо поискать, уверена, что-то забыли. Пойду домой, там уже вспомню, что забыли. А, там уже темно. Только что проснулись. Результат того, что поменяли часы туда-сюда. Обратно. А, перевели. Здесь по чеку проверяют, что вы купили, правильно ли все сосчитали. Туда-сюда. Thank you so much. You too, thank you. It's already night. No, he's a professional. Не только темно, но и очень сурово холодно. Хочу домой, хочу к камину. Как же хорошо в родной машине. А наш работник еще работает, укладывает, прикладывает. И малину с собой взяла, чтобы утолить все недуги. Еще, наверное, больше полчаса ехать обратно домой. Но главное, мы свою миссию выполнили. Хорошо пошапились. Не жалуемся. Подождите. Про ущерб забыла сказать. Подождите. Знаю, тысячи с чем-то. 178 долларов 27 копеек. Плюс этот тысячи. Зловещий. Ну да. Очень, думаю, хороший шопинг сделали. То, что нужно. Точно. Все по списку взяла. По-моему, все из списка все 10 или 11 что-то взяла.
А остальное уже бонус. Что купили, то тот останется. Не купили бы, не осталось бы. Так что очень хорошо сделали. Едем домой. Не знаю, купили ли что-то новое, чтобы показать, что купили из магазина Costco. Пробуем. Или пробуем, что купили из магазина. Доедем домой. Откроем, посмотрим, стоит ли ваше время на что купили провести наше с вами время. То есть, если уже 100 раз пробовали, зачем еще раз пробовать? Ну, посмотрим. Уже не помню, что купила. Знаю, что что-то хорошее было. Очень нравилось, понравилось. Так что, главное, вместе пошапились. Вы с нами, мы с вами. Не мешали нам, вопросы не задавали, ничего не просили, ничего не отдавали. Главное, себе сидели, надеюсь, вот тепло, уютно, чай пили или кофе, не знаю, что кто что делает, когда наши влоги смотрят. И время хорошо провели. Сейчас едем домой. По неизвестным причинам наша связь оторвалась, но не отчаиваюсь, продолжаю прощаться с вами. Главное, будьте здоровы, берегите себя. Все будет прекрасно, все будет хорошо. Увидимся. И поцелуйчик. Арам, улыбнись. Живот подтяни, когда улыбаешься. Столько раз учила. Увидимся.